Привет, бойцы, с вами проект Muay Thai CK. Сейчас мы рассмотрим 20 лучших нокаутов, женских нокаутов, слабой половины человечества, но после этих нокаутов тяжело назвать их слабыми в различных единоборствах. Вот первый нокаут Фокса, левый боковой, четко прошел челюсть, правая ручка была опущена и, соответственно, все красиво попали. ММА. Работа в клинче, левый прямой, правый хайкик. Очень хорошая связочка. На отходе хайкик часто догоняет противника и нокаутирует из-за того, что бойцы, когда начинают отходить назад, опускают руки. Это большая ошибка, но в связи с усталостью часто ее допускают. Еще один бой с ММА, и то же самое мы видим. Левый хайкик, то же самое. Первый номер, да, девочка работала первым номером, забивала, добивала, и когда уже руки опустились, вторая начала отходить, убегать, руки опущенные, и левым хайкиком четко челюсть. Это глубокий, жесткий нокаут. Ему руки надо держать возле подбородка. Еще один бой с ММА, лоу-кик. Первая поджимает, хочет выйти на жесткий удар. Вторая двигается. Встречает бэкфист. Отличный бэкфист. Четко в челюсть. Зачем опускала руки, вторая, непонятно. Но руки полностью опустила. Наверное, ждала удар ногой с разворота. А получила бэкфист. Я давал видеоурок по бэкфисту, как его лучше пробить. Это одна была из вариантов. Еще один бой по ММА. Два ударника сошлось. Видно, что вышли нарубиться. Еще один бэкфист. Отличный, красивый. Два прямых. И бэкфист четко в челюсть. То же самое. Руки опустила. Хотела ударить правый прямой. И при этом левая рука опустилась. И соответственно пропустила. Вот это уже К1. И пошло добивание. Ох, глубокий нокаут, глубочайший нокаут. Долго будет отходить от него, восстанавливаться. Включила серию ударов руками, просто забила. Просто по-боксерски боковыми ударами забила за счет массы. Опять работа. Еще два прямых, да. Четко, просто забила двоечкой. Хорошо отработала, конечно. Левый, правый, раз попала. И правый прямой через руку. Правый кросс через левую руку. Четко накрутила. Боксерская техника хорошая. Вот еще у нас вот по Muay Thai бои. Там киком встречает. И левый хай. Отличный удар. Казалось бы, удар без силы. Просто выброшенный. Просто левый хайкик выброшенный. Так сказать, на авось. И четко попала. Зачем? Вторая девочка две руки опустила. Непонятно. ММАшная мясорубка. Техника не особо у обоих. Но старается рубить. Особенно, да, девочка упала. Нокаут в синей майке. Техника у нее нулевая. Зачем вышла в ринг? Хотела свои силы, наверное, попробовать. Но неудачно попробовала. Удары вместо прямых. Удары сверху бьет, как полный новичок. Но попробовала и пропустила четкий правый кросс. Шла в глубокий нокаут. Опять бой по тайскому боксу. Весовые разные. Отличный удар ногой с разворота. Также давал видеоурок по этой теме. Ссылочка будет. Как по различной технике удара ногой с разворота. Очень жестко попала. Ну, видно, что класс бойцов абсолютно разный. ММА. Наброс лоу-киков. Ой-ой-ой. Правый боковой через лоу-кик. Часто встречают. Очень часто. Майк Замбидис любил это делать. Очень часто. Дам ссылочку на обзор его техники. Очень часто он любил это делать. Когда пробивают лоу-кик, он его принимает и правым боковым через руку старается правой корягой доставать. И еще раз мы видим эту технику. Прямой рукой и хайкик вдогонку. Правый прямой, левый хайкик. Отличный нокаут, да, это знаменитый боец, да, среди женщин, Холли Холмс, которая нокаутировала
величайшую, которая считалась величайшей, Ронда Роузи. И опять, ох и жесточайший удар. Даже не скажешь, что это женщина килограмм 50. Да такой жесточайший правый кросс через руку. Такая полукоряга ММАшная. Отличный удар. Просто нокаутирует. Еще один вдогонку, но не ударила. Молодец, хорошая, как сказать. Этично поступила с противником, не стала добивать. Колено. Колено, прямой колено. И еще раз хайкик вдогонку. Опять мы видим, сколько уже хайкиков было, нокаутов. Очень опасный удар. Из-за того происходит нокаут, что противники, отходя назад, разрывая дистанцию, опускают руки. Возможно, из-за усталости, возможно, часто из-за каких-то там, да, хотят показать какие-то понты, что я могу там с опущенными руками. И вдогонку пропускают хайкик очень часто. Нельзя так делать. Ручки всегда надо быть готовым к удару вдогонку. Ой-ой-ой, прыжком с раскрутки. У нас синеволосая девочка. Мне тяжело назвать девочкой, но в прыжке такое вычудило. Много лишнего веса есть, но все равно в прыжке с раскруткой прыгнула отлично. И здесь такой жесточайший нокаут, что прям в канатах запутался боец. Еще собирается продолжать бой судья. Ну зачем же судья? Нельзя было пускать. Нельзя. Такого, если уже боец стоял в стоящем нокауте, и судья разрешает дальше боксировать. Это ошибка судьи была абсолютно. Нельзя так делать. Опять, зачем? Тут уже любой удар. Первый апперкот, второй боковой и глубочайший нокаут. Нужно было останавливать бой сразу. Очень глубокий, тяжелый нокаут. Будет долго восстанавливаться от него. Опять ММА. Опять попытка хайкика. Ушла. Стоят дистанцию левым джебом. Прощупывают. И левый хайкик попало. И левый прямой. Очень жесткий. Да, девочка левша, поэтому у него левый прямой. Левая рука ударная, из-за этого очень жестко, четко. Левый кросс так садило в городе. Работа, бокс, боксерский бой. Левой ручкой прощупывает и правой бросила, и левым достала. Отличная техника, комбинация просто отличная. Левый прямой, правым подщупала и левый боковой догнала. Правый кросс и левым боковым. Отлично. Очень жесткая техника. Часто такие удары проходят. На втором месте. Опять хайкик. Что же это у нас? Опять руки опущены. Ждала мидл кика. Ждала мидл кика. Опустила руки. Первый был мидл кик. И второй раз опять уже... Думала, будет мидлкик, опустила руки четко в голову. Как видишь, все практически нокауты такие из-за опущенных рук. Ой-ой-ой, правый боковой через руку такой корягой. Отличнейший, мощнейший удар боксерский. У девочек удары просто бомбовые. Блин, с ними страшно. Подписывайся на канал под этим видео. Есть ссылочки на бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по работе на мешках, по технике ударов, по самообороне на улице. Все это ты можешь получить бесплатно под этим видео и в конце этого видео. До встречи в следующих обзорах и видеоуроках.